Доброе утро, Алла Бланна. Доброе, Аркадий Львович. Я вас вижу и вижу вас в прекрасном расположении духа. Спасибо. Того же желаю вам. Дайте лекцию нашим уважаемым коллегам. Угу. Тема сегодняшнего нашей встречи – принципы рациональной терапии пациентов с артериальной гипертонией, коморбидными состояниями. Алла Бланна, буквально несколько слов для начала от себя для терапевтов. Но то, что артериальная гипертония, я многократно это говорю, вы можете выйти на улицу, первого встречного, кого вы встречаете, это уже будет гипертоник. Это всеобщая болезнь российская. Это первое. Второе. Сколько бы ни было разговоров на эту тему, это все равно мало. Потому что ковидная инфекция показала, что нет ни одного человека, который бы умирал, и это на основании многотысячных аутопсий, у которого бы не было проявления нелеченной, плохо леченной, не тем леченной артериальной гипертонии. И, может быть, не врачи помогут, а ситуация с ковидом поможет понять всем, что заниматься своим здоровьем, в том числе артериальной гипертонией, теперь необходимо. Иначе следующая коллизия, любая, вирусная она будет, невирусная она будет, не знаю, всемирный потоп, все что угодно, завершится для гипертоников тем, что сегодня завершилось для многих тысяч наших соотечественников. Это второе. Третье. Гипертония, как и даже в этом названии, она не бывает в виде такого соло. Нет и никогда. Гипертония – это одно из проявлений высокого сердечно-сосудистого риска, в котором много-много компонентов. Как бы мы их ни называли, это коморбидные болезни или это высокий сердечно-сосудистый риск. Важно другое, что вопросы терапии гипертонии с учетом этого, они имеют, конечно, свои особенности. Мы на прошлой неделе это обсуждали с нашими петербургскими кардиологами Конраде, с Недошивиным. Мы это обсуждали много раз с волгоградскими нашими известными кардиологами, и Лопатин, и Недогода, и со многими-многими другими. И это нужно делать постоянно, чуть ли не каждый день. Ведь удалось в нашей стране одно. Если заходит пациент к врачу в поликлинику, с чем бы он ни пришел, давайте я вам померю артериальное давление. Ведь удалось это достичь? Удалось. Давайте теперь перешагнем и сделаем второй шаг. А как сделать, чтобы понимать эту гипертонию, ее роль, и правильно распорядиться огромными возможностями фармакотерапии? Вот если это вы мне позволили рассказать ему слышать, а теперь полные бразды правления профессору Хадзеговой Алле Бланне, уникальная женщина, потрясающий лектор. Спасибо. И близкий мне человек. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. На самом деле, действительно, если мы говорим о коморбидных пациентах, мы с вами должны понимать, что артериальная гипертония – это, наверное, заболевание, которое стоит на первом месте среди коморбидных состояний у любого пациента. Поэтому как правильно выбрать действительно фармакотерапию у больных с артериальной гипертонией с учетом сопутствующих заболеваний и состояния органов мишени, об этом я, честно говоря, и хотела с вами поговорить. Как вы видите, сегодня очень мало пациентов, действительно, у которых только одно заболевание, это очень молодые, значительно меньше, у которых только два заболевания, тогда, как видите, увеличивается количество пациентов, у которых около 4, даже 5 сопутствующих заболеваний. Это пациенты с сердечно-сосудистой патологией, и об этом свидетельствуют данные популяционного когортного исследования, которое проводилось в Англии за период с 2000 по 2014 год. Действительно, после 5-10 лет
Подавляющее большинство пациентов имеют два и более сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Это в первую очередь, конечно же, пациенты с артериальной гипертонией, которые попадают к нам на прием. И если хорошенечко их пообследовать, то получается, что у них не только артериальная гипертония, допустим, та же самая дислипидемия, которая предшествует развитию артериальной гипертонии, и другие сердечно-сосудистые заболевания. И при увеличении возраста каждые 10 лет плюс еще одно сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание. Если мы говорим о 10 наиболее распространенных коморбидных состояний, правильно, Аркадий Львович говорил, на первом месте артериальная гипертония. На втором месте депрессия, только я не помню, ко мне очень редко, ни разу ко мне не приходил пациент с артериальной гипертонией и пожилого возраста, где в диагнозе фигурировала депрессия. У нас большие пробелы относительно этого диагноза и лечения этого заболевания. На третьем месте артрит и на последнем месте хроническая болезнь почек. Но на что хочу обратить ваше внимание, начиная с 2007 года, все-таки вклад гипертонии уменьшается, это правильно, мы научились выявлять гипертонию, мы научились гипертонию лучше. Вот если даже вклад артрита как коморбидное состояние уменьшается, смотрите, что происходит. Начиная где-то с 2006 года, частота поражение почек неуклонно растет. С чем это связано? Давайте вспомним основные факторы поражения почек. Ну, я буду коротко говорить ХБП, потому что времени не так у меня много. И вот эти основные факторы риска ХБП. Это возраст старше 60 лет, это тот коморбидный пациент, наличие артериальной гипертонии, наличие сахарного диабета, наличие ожирения и гипертония, и сахарный диабет, и ожирение входят вот в эти 10 наиболее распространенных коморбидных состояний, поэтому это все приводит к поражению почек, и таких пациентов все больше и больше становится. Да, есть четкая связь между повышением артериального давления, между цифрами артериального давления и распространенностью ХБП. У пациентов с установленной артериальной гипертонией, смотрите, 32% уже имеют поражение почек в той или иной степени. Но самое главное, подавляющее большинство, это 20% пациентов, имеют уже поражение на третьей или четвертой стадии. Конечно же, мы с вами помним, что ХБП – это плохо. Мы с вами понимаем, что и ХБП – это эти пациенты, имеющие ХБП, умирают не от терминальной почечной недостаточности, они умирают от инсульта, инфаркта. Но как часто мы с пациентами обсуждаем состояние их почек? Очень редко. Осведомленность о наличии ХБП, у пациентов с установленной артериальной гипертонией составляет всего лишь 9%. Да? При распространенности ХБП у 32%. В чем причина? Причины самые разные. Но, наверное, две основные причины – это, ну, к сожалению, до сих пор не у всех пациентов мы рассчитываем скорость клубочковой фильтрации. Если мы не знаем, что у пациента есть поражение почек, как мы можем пациента рассказать и поставить его в известность, что есть хроническое поражение почек. Первая – это очень важная причина. Ну и вторая причина – мы действительно не всегда придаем большого значения поражению почек, потому что у нас четкая ассоциация ХБП приводит к терминальной почечной недостаточности. Это неправильно. ХБП не к терминальной почечной недостаточности приводит, и пациенты умирают от терминальной почечной недостаточности. ХБП – очень важный фактор риска инсульта, инфаркта и сердечно-сосудистой смерти. Это очень интересные данные. Качество обследования пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторно-поликлинических учреждениях, данные регистра РИКВАЗа. Опубликованы эти данные в 2015 году. Не думайте, что это какие-то очень устаревшие данные, что сегодня ситуация кардинально изменилась. И участников было около 3000. Взяли амбулаторные карты этих больных и посмотрели, как обследуются эти больные в поликлинике. И креатинин крови определялся только у 45% участников этого регистра. Тогда как у всех уровень креатинина должен присутствовать в амбулаторной карте.
в этом регистре нет, у какого процента пациентов рассчитывала скорость клубочковой фильтрации. Этого мы не знаем, но явно у меньшего количества, меньше, чем у 45%, у которых определялся уровень креатинина. Креатинин нам сегодня нужен, но креатинин в первую очередь нам нужен для расчета скорости клубочковой фильтрации. А что касается микроальбуминурии, вообще в этой таблице не анализируется микроальбуминурия, потому что мы с вами сегодня никакого значения не придаем микроальбуминурии, факту наличия микроальбуминурии и тому влиянию, которое оказывает микроальбуминурия, макроальбуминурия на прогноз. Посмотрели частоту микроальбуминурии и гипертрофии левого желудочка у пациентов с впервые выявленной артериальной гипертонией и с впервые выявленным сахарным диабетом. У нас очень четкие ассоциации, что микроальбуминурия чаще встречается при сахарном диабете, нежели при артериальной гипертонии. Эти данные свидетельствуют о том, что при впервые выявленной артериальной гипертонии в два раза чаще выявляется микроальбуминурия, чем при впервые выявленном сахарном диабете. Но это еще и связано с тем, что сахарный диабет мы достаточно быстро выявляем, тогда как артериальную гипертонию мы выявляем, когда уже есть поражение органов мишени. Артериальная гипертония бессимптомно протекает долгое время. Что касается микроальбуминурии и гипертрофии левого желудочка, если у нас с вами очень четкая нацеленность на выявление гипертрофии левого желудочка, и для этого мы проводим и электрокардиографию, и эхокардиографию, то мы должны помнить, посмотрите, что при артериальной гипертонии микроальбуминурия, ну, в 30 раз чаще встречается, чем гипертрофия левого желудочка. И если мы говорим о самых ранних маркерах поражения органов мишени, это почки, а не сердце. Об этом тоже не следует забывать. Ну и вот вклад микроальбуминурии. Если скорость клубочковой фильтрации нормальная, 90, даже 120, мы успокоились, мы считаем, что почки нормальные, переключаемся на сердце. Посмотрите, очень важно, как... Опять, почему важно оценивать и выявлять микроальбуминурию? Микроальбуминурия, макроальбуминурия может присутствовать у пациента при нормальной скорости клубочковой фильтрации. И тогда риск общей смертности и сердечно-сосудистой смертности определяется именно наличием или отсутствием микроальбуминурии при скорости 105-120 мл в минуту, если есть, здесь дается отношение альбумина к креатинину, если есть микроальбуминурия, если есть выраженная микроальбуминурия, достоверно чаще увеличивается риск общей смертности и сердечно-сосудистой смертности при нормальной скорости клубочковой фильтрации. Но когда эта скорость клубочковой фильтрации меньше 6-10, обратите внимание, это уже плохо, прогноз плохой. Но опять-таки со скоростью клубочковой фильтрации 45 прогноз разный у разных пациентов в зависимости от того, есть микроальбуминурия или нет микроальбуминурии. Поэтому мы с вами теперь должны запомнить, что мы не только должны определять скорость клубочковой фильтрации, наша цель – смотреть наличие микроальбуминурии, потому что действительно именно начальная стадия поражения почек при артериальной гипертонии микроальбуминурия, которая встречается при сахарном диабете у 38% случаев, при артериальной гипертонии в достаточно большом проценте случаев, именно вот начальное поражение почек при сахарном диабете и артериальной гипертонии в конечном счете приводит к терминальной почечной недостаточности, если пациенту повезет и доживет до развития терминальной почечной недостаточности, если пациент до терминальной почечной недостаточности не умрет от инсульта, инфаркта и других осложнений. Это очень важно. Тогда как причина терминальной почечной недостаточности, причинами, допустим, гломерулонефрит нефрит выступает значительно реже. Это тоже надо помнить. Конечно, надо контролировать артериальное давление. Мы с вами знаем, стойкое снижение систолического артериального давления всего лишь на 10 мм дотного столба достоверно уменьшает относительно риск основных сердечно-сосудистых событий на 20%. Даже риск относительно риск общей смертности на 13%. Я не говорю о том, что уменьшается риск коронарной болезни, инсульта, развития сердечной недостаточности. Но обратите, на что не влияет просто снижение систолического артериального давления. На
поражение почек на прогрессирование почечной недостаточности. Вот для нефропротекции недостаточно простого снижения систолического артериального давления на 10-20 мм дутного столба. Для нефропротекции необходимо лечить артериальную гипертонию особыми группами препаратов, которые имеют вот это свойство нефропротекции. Поэтому при выборе антигипертензивной терапии нас интересует не просто возможность контроля артериального давления, но и органопротекция каждой группы препаратов. Поэтому, если вы посмотрите на рекомендации артериальной, по лечению артериальной гипертонии в зависимости от различных ситуаций с ХБП, с ХСН, то вы всегда видите, что на первом месте стоят или ингибиторы АПФ, или сортаны, то есть блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Это именно эта группа или эти две группы обладают достаточной нефропротекцией. Вопрос встает, ингибиторы или сортаны. Ну, если мы посмотрим на российские рекомендации, вот она, ингибиторы или сортаны, в европейских, в российских рекомендациях у больных с артериальной гипертонией и ХБП нет четкого разделения, вы выбираете ингибиторы АПФ или сортаны, но вопрос в комбинации с антагонистами кальция или с диуретиками при наличии поражения почек, это тоже имеет значение. Вот об этих нюансах тоже я поговорю. Но и что касается лечения артериальной гипертонии при ХБП, американские рекомендации, я считаю, они более взвешенные, они более тонкие всегда. Американские рекомендации немного отличаются от европейских, российских рекомендаций. Именно в выборе блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных с ХБП. Они считают, что при наличии ХБП в общем-то, еще обязательно смотреть микроальбуминурию. И если есть ХБП с микроальбуминурией, то ингибиторы АПФ в приоритете перед сортанами. Это очень важно, и это класс 2А. Б – это рандомизированные исследования у взрослых с артериальной гипертонией и ХБП. Если третья стадия ХБП или выше, то достаточно просто ХБП. Или если первая, вторая стадия ХБП, но есть альбуминурия, вот в этих двух ситуациях, я бы сказала, всегда, когда есть ХБП, при третьей стадии, я думаю, микроальбуминурия уже присутствует. И при микроальбуминурии необходимо лечение ингибиторами АПФ. Для чего? Посмотрите. Для замедления прогрессирования болезни почек. Вот это очень важный факт. Если уже пациенты находятся на трансплантации, то или после трансплантации, американские рекомендации считают, что здесь препаратом выбора являются антагонисты кальция. Хотя канадские рекомендации по лечению АГ при ХБП с 2014 года и в 2017 году подтвердили, они тоже считают, что приоритетным являются ингибиторы АПФ, а не сортаны. Конечно же, мы еще при выборе антигипертензивного препарата должны учитывать не только состояние почек, очень важно еще наличие сахарного диабета, потому что это два коморбидных состояния, которые достаточно часто встречаются, потому что у кого сахарный диабет, у кого уже гипертония, у кого уже ожирение, у кого дислипидемия. Поэтому очень мало пациентов с сахарным диабетом второго типа, у которых нет артериальной гипертонии. И теперь опять вот при этой комбинации, что лучше – для стартовой терапии ингибиторы АПФ или сортаны. И в данном обзоре и метаанализе рандомизированных клинических исследований мы очень четко видим, что ингибиторы АПФ, независимо от того, есть диабет, нет диабета, достоверно уменьшают риск инсульта, развития ишемической болезни сердца вместе, риск общей смертности. Конечно, при наличии сахарного диабета снижение риска выше. Тогда как по отношению сортанов данный метаанализ не продемонстрировал достоверного влияния на риск развития инсульта, коронарной болезни сердца, ХСН и общей смертности у пациентов, независимо, имеет пациент сахарный диабет или не имеет сахарного диабета. Поэтому, когда мы говорим, что приоритет за блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, мы должны понимать, что касается пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом, все-таки ингибиторы АПФ предпочтительнее, чем сортаны. Дальше есть
другие метаанализы, другие исследования по сравнению эффективности и безопасности ингибиторов с сортанами, и действительно такая первичная конечная точка, как конечная стадия заболевания почек, трансплантация почек, реже достоверно на ингибиторах, чем на сортанах. Развитие почечной недостаточности, терминальной стадии, реже достоверно на ингибиторах АПФ, чем на сортанах. Ну и, конечно же, данное исследование, правда, это ретроспективное когортное исследование, при диабетической нефропатии считают, что именно при диабетической нефропатии в отношении развития гиперкалемии ингибиторы АПФ более безопасны, чем сортаны. Риск развития гиперкалемии был на 21% меньше на ингибиторах АПФ, еще раз говорю, при этой диабетической нефропатии. Но что мы на самом деле видим? Практика показывает, что как только у пациента выявляется ХБП, и по мере прогрессирования ХБП наши врачи или отменяют ингибиторы АПФ, а если уже есть, допустим, снижение скорости клубочковой фильтрации где-то 45 до 45, вообще не назначают ингибиторы АПФ или сортаны, если не получали. Видите, при скорости клубочковой фильтрации меньше 45 значительно реже пациенты получают ингибиторы АПФ по сравнению с пациентами, у которых скорость клубочковой фильтрации 90. Это крайне неправильно. Конечно же, эта категория пациентов с нормальной скоростью клубочковой фильтрации должны получать ингибиторы АПФ, но особенно ингибиторы АПФ с целью нефропротекции, предупреждения прогрессирования патологии почек должны получить те пациенты, у которых скорость клубочковой фильтрации меньше 45 мл в минуту. Более того, я скажу, отменой ингибиторов АПФ грешат нефрологи даже больше, чем терапевты или кардиологи. И иногда есть такой подход, и отменяют ингибиторы, назначают сортаны. В общем-то, это никакого смысла не имеет. Это тоже неправильная тактика. Ну и смотрите, конечно же, пациенты должны получать ингибиторы АПФ. И, скажем так, блокаторы РАС. Если скорость клубочковой фильтрации меньше 45, и пациенты не получают блокаторы РАС, то надо обязательно начинать, только вы начинаете с более низких доз. Как часто контролировать скорость клубочковой фильтрации и калий? Каждый раз, когда вы увеличиваете дозу или когда вы только назначили, через 7-10 дней вы проверяете скорость клубочковой фильтрации и гиперкалемию, концентрацию калия. Скорость клубочковой фильтрации так быстро не меняется на самом деле, а вот, конечно же, концентрацию калия надо смотреть. Если у пациента какие-то обследования серьезные, есть необходимость введения рентген-контрастных веществ, какие-то хирургические операции, никто не запрещает отменить временно блокаторы РАС и после выполнения процедур возобновить терапию блокаторами РАС. Что делать, когда действительно у вас большие опасения, действительно имеет место снижение скорости клубочковой фильтрации меньше 45, и вам надо назначить ингибиторы АПФ? В Америке очень много американских рекомендаций, это одна из рекомендаций, хотя в российских рекомендациях по артериальной гипертонии об этом говорили, они считают, что при выборе ингибиторов АПФ в этих рекомендациях надо сделать акцент, надо выбрать приоритетно те ингибиторы АПФ, которые имеют двойной компенсаторный путь выведения. И в американских рекомендациях 2019 даже указывается сделать выбор в пользу таких ингибиторов, например, как фазиноприл. Да, очень важно, что это такое, о чем я сейчас говорю. Действительно, у фазиноприла, моноприла уникальный двойной компенсаторный путь выведения. Что это? Когда и печень, и почки функционируют абсолютно нормально, и печенью, и почками в равной степени выводится моноприл через оба органа. Но при поражении почек происходит перераспределение, и основной путь выведения препарата – печень. Если печёночная недостаточность, а почки нормально функционируют, основной путь выведения – это почки. Это очень важно, потому что вы видите на этом примере почечная недостаточность. По мере прогрессирования почечной недостаточности, видите, увеличивается печёночный клиренс. И при тяжелой почечной недостаточности основной орган, который выводит моноприл, это печень.
Тогда как, когда нормальная функция и печени, и почек, примерно, в общем-то, 50 на 50. Безусловно, есть, кроме фазиноприла, еще ингибиторы АПРЭД, обладающие этим уникальным механизмом. Это квадроприл и моэксиприл, но мы практически их, даже я не знаю, они есть на рынке, честно говоря, у меня никакого опыта нет работы с этими ингибиторами АПРЭД. Обычно вот ингибиторы, которыми мы с вами пользуемся, энолаприл, периндоприл, рамиприл, каптоприл, лизиноприл. Так вот, у них преимущественно почечный путь элиминации, тогда как у фазиноприла он широко используется и на рынке есть двойной сбалансированный путь выведения. У пациентов с хронической почечной недостаточностью при лечении фазиноприлом, видите, скорость клубочковой фильтрации меньше 30, отмечена значительно меньшая аккумуляция препарата при сравнении с энолаприлом, особенно лизиноприлом. При терапии лизиноприлом вот у этой категории пациентов со скоростью клубочковой фильтрации меньше 30, это не значит, надо отменять. Об отмене препаратов, блокаторов, раз надо думать при скорости клубочковой фильтрации меньше 15 уже. Да? И так вот, аккумуляция в лизиноприла, видите, в 2,5, ну точно в 2 раза. Поэтому, безусловно, сегодня мы, если говорим о фазиноприле как препарат, который, в общем-то, рекомендуют использовать у больных с ХБП, у этой категории пациентов не всегда можно использовать, как в рекомендациях на старте, 2 компонента в одной таблетке фиксированы, 3 препарата в одной. Когда мы говорим о коморбидных пациентах, когда 3-4 сопутствующих заболеваний, когда пациент получает не одно лекарство и не 2 препарата, то не всегда возможно, это тактика использования все время только фиксированных комбинаций, и об этом в этих рекомендациях тоже пишут, какие препараты, в какой комбинации и сколько этих препаратов будет у конкретного пациента, вы индивидуально решаете, это ваш вот врачебный опыт, ваше клиническое мышление и ваши знания фармакотерапии коморбидных пациентов. И большой проведен сетевой метаанализ, где сравнивалась эффективность и безопасность различных антигипертензивных препаратов при сахарном диабете, микроальбуминурии и наличии артериальной гипертонии. Вот этот коморбидный пациент. Какая группа, ингибиторы отдельно, сартаны отдельно, антагонисты кальция и разные комбинации препаратов здесь были. И обратите внимание, если у пациента артериальная гипертония, если у пациента сахарный диабет, если у пациента микроальбуминурия, при артериальной гипертонии самым эффективным и безопасным, достоверно эффективным и безопасным оказался фазиноприл. Единственный фазиноприл. Представьте, здесь все были основные препараты, которыми мы лечим пациентов с артериальной гипертонией. Когда стали смотреть возможные комбинации, опять лучшая комбинация оказалась комбинация фазиноприла с амлодипином. Ну, действительно, и амлодипин, и фазиноприл прекрасно снижают и систолическое, и диастолическое давление. Одни получали амлодипин, другие фазиноприл. А вот эта третья группа – комбинацию амлодипина с фазиноприлом. Что такая терапия дает? Если вы лечите пациента с сахарным диабетом, с артериальной гипертонией и микроальбуминурией только амлодипином, то да, амлодипин снижает давление, вы контролируете давление. Но что с микроальбуминурией, что с нефропротекцией происходит? Достоверное снижение микроальбуминурии отмечается только через 18 месяцев терапии. Да, дальше имеет место по сравнению с исходными значениями снижения микроальбуминурии, но амлодипин в значительно меньшей степени контролирует микроальбуминурию, или, скажем так, в значительно меньшей степени у амлодипина антипротеинурический эффект по сравнению с фазиноприлом. Фазиноприл уже через 3 месяца терапии, видите, как значительно уменьшает микроальбуминурию и на протяжении всего периода наблюдения сохраняет вот этот уровень. Да? Но комбинация амлодипина с фазиноприлом, конечно же, в лучшей степени, в большей степени и позволяет контролировать давление, и позволяет уменьшить уровень микроальбуминурии. Поэтому, безусловно, у этой категории пациентов артериальная гипертония, сахарный диабет, микроальбуминурия идеально будет комбинация фазиноприла с амлодипином.
работает, эти результаты, именно вот этот механизм эффекта фазинаприла в отношении от амлодипина, именно антипротеинурический эффект, лежит, наверное, в основе результатов исследования ФАСЭТ, артериальная гипертония, сахарный диабет. Те пациенты, которые получали монаприл, у них относительный риск такого комбинированного исхода, как острого инфаркта, миокарда, инсульта, госпитализации по поводу стенокардии, был на 51% меньше, чем в группе амлодипина. И Prevent IT исследование, в этом исследовании смотрели выживаемость без сердечно-сосудистых событий на фоне терапии фазинаприлом при наличии микроальбуминурии. И обратите внимание, группы были, одни получали фазинаприл, другие плацебо, и причем 4 подгруппы были в зависимости от микроальбуминурии в течение суток, одни меньше 50 или больше 50, активная терапия только 40 месяцев. И за эти 40 месяцев, видите, да, наихудший прогноз был у тех пациентов, у которых была микроальбуминурия больше 50 миллиграмм в сутки и были на плацебо. Тогда как те пациенты, которые или не имели микроальбуминурию такую, или имели выраженную микроальбуминурию, но получали фазинаприл, достоверных различий не было, у них выживаемость была значительно лучше. Но что самое интересное, активная терапия 40 месяцев. Дальше до 5 лет без терапии наблюдали, и те пациенты, которые 40 недель получали фазинаприл, видите, преимущества сохранялись и по истечении 5 лет. Очень много таких исследований. Очень важно, как мы начинаем лечить, с чего мы начинаем лечить. И если на старте мы хорошо лечим, эффекты мы можем увидеть через 5 или 16 лет. Но если мы перевернем ситуацию, бывает же, что первичное поражение почек и на фоне поражения почек артериальная гипертония. Посмотрели в исследовании Spiral Study, выживаемость без диализа и удвоения уровня креатинина, одни фазинаприл, другие нефидипенгиц, и достоверно лучше выживали пациенты, которые получали фазинаприл. Это антипротеинурический эффект фазинаприла и возможность назначения нормальных доз с учетом вот этого уникального двойного механизма выведения. Если мы вернемся к антигипертензивной эффективности, все-таки я говорила, что коморбидные пациенты – это пожилые пациенты. Тоже исследование есть, ФОПС, лечили изолированную систолическую артериальную гипертонию фазинаприлом. И видите, да, при очень хорошем снижении систолического артериального давления 84% достигли целевых значений за 12 недель на дозе 20 мг в сутки, тогда как значимого снижения диастолического не было. Это тоже очень важно у пожилых пациентов, чтобы пульсовое давление не выросло. И что еще важно, учитывая коморбидность, большое количество заболеваний, препаратов, это пожилые, видите, 20 миллиграмм фазинаприла позволяет контролировать уровень систолического артериального давления и гипотонии, то, чего мы боимся при назначении большого количества препаратов у пожилых, гипотонии процент был очень маленький. Поэтому монаприл сегодня у нас на рынке есть, уникальный двойной компенсаторный путь выведения. Это что нам дает? Это нам дает очень важную вещь. Не требуется коррекция дозы у пожилых пациентов и у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. Но я хочу сказать, это не значит, что мы не должны калий контролировать, скорость клубочковой фильтрации, но это нам дает назначить вот эти 20 миллиграмм и смотреть динамику на 20 миллиграммах. Вот. Ну и если мы продолжаем тему, конечно же, профилактики сердечно-сосудистых осложнений, я не могу не коснуться места ацетилсалициловой кислоты сегодня в клинических рекомендациях. Врачей это очень сильно волнует, потому что есть определенная путаница на сегодняшний день, теперь кому ацетилсалициловая кислота показана, кому и не показана. Но я должна сказать, что с целью вторичной профилактики
позиции ацетилсалициловой кислоты неизменны. Если мы возьмем острый коронарный синдром, неважно, с подъемом, без подъема, если мы возьмем рекомендации по стабильной ишемической болезни сердца, если мы возьмем рекомендации по инсульту, если мы возьмем рекомендации по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий, и российских, и европейских, везде место ацетилсалициловой кислоты сохраняется. Конечно же, ацетилсалициловая кислота для вторичной профилактики, препарат номер один, остается. Если мы говорим о двойной антитромбоцитарной терапии, о тройной антитромбоцитарной терапии, ацетилсалициловая кислота на первом месте. Ну, конечно, все вот эти нюансы касаются первичной профилактики. Но действительно место в первичной профилактике для ацетилсалициловой кислоты все меньше и меньше. Но все-таки мы должны понимать, что есть определенные категории пациентов, которым при низком риске развития желудочно-кишечных кровотечений на фоне приема ингибиторов протонной помпы мы должны назначить ацетилсалициловую кислоту. Это американские рекомендации по первичной профилактике сердечно-сосудистых событий, они очень четко, рекомендации 2019 года, они очень четко выделили вот эту группу пациентов. 40-70 лет, до 40 не надо, после 70 не надо. Если 10-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний высокий, по шкале СКОР это 5 и выше, то рекомендуется ацетилсалициловая кислота в дозе 75-100 мг в сутки. Класс 2Б, уровень А. Но условия, я уже говорила, низкий риск желудочно-кишечных кровотечений плюс отягощающие факторы, повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений. Это что такое? Это наследственная отягощенность ранним инфарктом, допустим, 45-летний мужчина или 50-летний, по СКОР получается высокий или очень высокий риск, плюс отец умер или у отца инфаркт в 50 лет. Это первая ситуация. Вторая ситуация – невозможность контроля артериального давления, уровня глюкозы и липидов. Тогда тоже для улучшения прогноза ацетилсалициловую кислоту вы можете добавить в дозе 75-100 мг. И высокий коронарный кальций, по данным МСКТ, это тоже показания. Да, примерно такие же рекомендации и мы видим в европейских обновленных рекомендациях 2019 года. Это рекомендации по диабету, по предиабету и кардиоваскулярным заболеваниям. Видите, как эти рекомендации выглядят? Если есть действительно по диабету рекомендации, но сегодня Европейское общество кардиологов выпускает рекомендации, где объединены диабет, предиабет и кардиоваскулярные заболевания, потому что диабет без кардиоваскулярных заболеваний практически не бывает. Это все свидетельствует о той теме, на которой мы сегодня с вами говорим, о коморбидности пациентов. И если у пациента с сахарным диабетом высокого и очень высокого риска, да, то есть это тоже вы сахарный диабет определяете по шкале СКОР, это по шкале, да, СКОР, это те же самые пациенты, что в американских рекомендациях по большому счету, да, в дозе 75-100 мг мы добавляем ацетилсалициловую кислоту для первичной профилактики при отсутствии четких противопоказаний и на фоне назначения ингибиторов протонной помпы. Поэтому не забывайте у пациентов с сахарным диабетом оценивать, если нет поражения органов мишени, да, если есть поражение органов мишени, это вторичная профилактика. Если нет поражения органов мишени, то по шкале СКОР. Но чтобы было более понятно, да, какие пациенты относятся к высокому и очень высокому сердечно-сосудистому риску для назначения низкодозовой ацетилсалициловой кислоты. Высокий, очень высокий риск, вот он, индекс СКОР 5 и больше. Это если нет поражения органов мишени, или же сахарный диабет с поражением органов мишени, такими как протеинурия, или наличие факторов риска – курение, выраженная гиперхолестеринемия, выраженная гипертензия. Ну, вторичную профилактику даже не буду касаться, вы очень хорошо знаете. Теперь, какую форму низкодозовой ацетилсалициловой кислоты будем выбирать?
Я буду касаться только тех форм, которые используются в кардиологии, в терапии. И как вы видите, таких 6 основных форм. Они бывают очень разные. Обо всех я не буду говорить, но видите, вот эта розовая часть всех этих столбиков, вот эти розовые части столбиков свидетельствуют о том, что во всех странах мира, и в США, и в Европе, и в Российской Федерации основная форма низкодозовой ацетилсалициловой кислоты, которая используется сегодня, это кишечно-растворимая форма. Это ацетилсалициловая кислота, покрытая специальной оболочкой, которая растворяется, минуя желудок, в кишечнике. В основном эта форма сегодня должна использоваться в кардиологии, но и в терапии. На самом деле, здесь представлены препараты низкодозовой ацетилсалициловой кислоты, которые представлены на мировом фармацевтическом рынке. И в подавляющем большинстве случаев, вот 84% составляет монопрепараты ацетилсалициловой кислоты. В основном, конечно, мы используем монопрепарат. Но есть ацетилсалициловая кислота с клопидогрелом, есть диперидомолом, есть бета-блокаторами, со статинами. Ну, сегодня, видите, их доля очень маленькая в структуре зарегистрированных лекарственных препаратов. Может, со временем мы переключимся на фиксированные комбинации для вторичной профилактики, но сегодня пока это монотерапия. Но есть разные другие комбинации, есть нерастворимые антациды, ацетилсалициловая кислота плюс нерастворимый антацид, гидроксид калия. И эта доля на мировом рынке очень маленькая. Здесь речь идет о тех случаях, когда гидроксид магния заявлен как активный препарат. И в основном это в трех странах мира подобная комбинация. Это Россия, доля составляет 15,4%, Украина, ну, 7%, и в Армении где-то 17% от числа всех зарегистрированных низкодозового аспирина. Конечно же, когда речь идет, какой аспирин, мы с вами должны понимать следующую вещь. Да, почему я делаю акцент на том, что низкие дозы нерастворимых антацидов, магний, гидроксид в дозе 15-30 мг не влияют на кислотность желудочного содержимого и не имеют каких-либо преимуществ по безопасности. Но самое важное, не существует опубликованных исследований, доказывающих эффективность ацетилсалициловой кислоты, содержащих нерастворимые антациды, по предупреждению сердечно-сосудистых событий. Запомните, все исследования с низкодозовой ацетилсалициловой кислотой проводились с использованием, с применением кишечно-растворимых форм. И только в России, Украине и Армении в официальных инструкциях магний-гидроксид зарегистрирован как активное действующее вещество, то есть с претензией на то, что гидроксид магния защищает слизистую желудка. Тогда как в Дании, это, в общем-то, родина этой формы ацетилсалициловой кислоты, в Беларуси, Казахстане и странах Прибалтики, в инструкциях к аналогичным препаратам того же производителя магний-гидроксид зарегистрирован как фармакологически неактивное вещество. Но если мы говорим о переносимости кишечно-растворимой формы ацетилсалициловой кислоты, самая лучшая переносимость по сравнению с другими формами. Это было показано в исследовании ForPost. И эта форма специально была создана для хорошей переносимости. Конечно же, будут появляться новые формы низкодозовой ацетилсалициловой кислоты, потому что нас очень волнует влияние аспирина на слизистую желудка. Magic обсервационное исследование, которое проводилось в Японии, 89% получали кишечно-растворимую форму ацетилсалициловой кислоты, 11% буферизированную форму ацетилсалициловой кислоты. И если посмотреть, 690 пациентов были включены, самое главное, они принимали эти формы, разные формы ацетилсалициловой кислоты без ингибиторов протонной помпы. И какие результаты? Результаты следующие. Те пациенты, которые получали кишечно-растворимую ацетилсалициловую кислоту, 7,8% имели язвы,
и эрозии имели где-то 33,5%, что было значительно ниже, чем у тех, кто использовал буферизированную форму ацетилсалициловой кислоты. Там 12, где-то 13% имели язвы, и 47%, практически половина, имели эрозии. Но еще раз говорю, это без ингибиторов протонной помпы. И когда пациенты получают вместе с ацетилсалициловой кислотой ингибиторы протонной помпы, язвы образуются реже, эрозии значительно реже, и эти эрозии на фоне этой терапии очень быстро проходят. Терапия очень за 2 дня, в принципе, можно эти эрозии вылечить. Теперь, какие дозы показали свою эффективность в рандомизированных клинических исследованиях по профилактике сердечно-сосудистых осложнений? Разные дозировки. Для острого инфаркта миокарда, острого ишемического инсульта эффективными были 160 мг. Для любой стенокардии 75. Для ТИА ишемического инсульта 50 миллиграмм эффективно, но сегодня ни в одних рекомендациях нет 50 миллиграмм, уже это минимум 75, 100 миллиграмм, скажу чуть позже, почему 100 миллиграмм ацетилсалициловой кислоты мы с вами используем. При стенозе сонных артерий 75, поэтому сегодня, честно говоря, в кардиологии стандартная дозировка 75-100 миллиграмм. Фибрилляция предсердия, ну, здесь уже доказала свою эффективность, 325 миллиграмм ацетилсалициловой кислоты, но сейчас другая тактика антитромботическая при фибрилляции предсердий. При истинной полицитемии достаточно было 100 миллиграмм, но такие исследования самое главное и есть. Теперь почему 75-100 миллиграмм? Да? Ну вот посмотрите, вы смотрели влияние разных доз ацетилсалициловой кислоты на снижение риска сердечно-сосудистых событий, инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистой смерти у пациентов с высокой вероятностью развития этих осложнений. И как вы можете увидеть, дозировка 75-100 мг – это та дозировка, которая максимально снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений при минимальном количестве побочных эффектов. Тогда как увеличение дозы свыше 150, видите, пользы меньше, риск больше. Или меньше 75, то же самое, риск такой же, пользы меньше. Поэтому сегодня это 75-100 миллиграмм. Я, например, использую всегда 100 миллиграмм ацетилсалициловой кислоты. Почему 100 миллиграмм? А потому что, смотрите, 100 миллиграмм в сутки практически на 100% угнетает образование тромбоксана А2. Поэтому, а что такое тромбоксан А2? Это механизм действия ацетилсалициловой кислоты, угнетение образования тромбоксана А2. Мы уменьшаем тем самым агрегацию тромбоцитов и убираем вот это негативное действие тромбоксана 2, вазоконстрикция. Ну, вроде бы даже два механизма, потому что повышенная агрегация тромбоцитов под действием тромбоксана А2 с учетом вазоконстрикции – это один из механизмов тромбообразования в сосудах. Поэтому, конечно, ярким представителем кишечно-растворимой формы ацетилсалициловой кислоты является тромбоаз, которая покрыта действительно кишечно-растворимой пленочной оболочкой. Очень важно понимать, что при этом тромбоаз защищает желудок, оболочка, которая покрыта, никакого влияния на антиагрегационную эффективность ацетилсалициловой кислоты не оказывает. Эта кишечно-растворимая пленочная оболочка абсолютно нейтральна в отношении эффективности ацетилсалициловой кислоты. Такие тоже бывают информации. Но кишечно-растворимая пленочная оболочка в таблеточке тромбоаз вместе с тем приводит к тому, что повышается вероятность побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, и это повышает приверженность пациентов к длительной терапии. Тромбоаз в 2 дозировках на российском рынке, хотя есть и 75 мг, 50-100 мг. Для чего эти 2 дозировки? Я, конечно, 100 мг чаще использую для возможности подбора оптимальной дозировки для любого пациента. И для возможности ступенчатого перехода от одной дозировки к другой. Ну и часто, чтобы пациенты чаще соблюдали рекомендации врача, препарат производится
в Австрии. И если мы посмотрим теперь способ применения и дозы тромбоаз, вот он, в основном 100 миллиграмм, которые используются практически во всех рекомендациях. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готова на них ответить, но вот вопросы есть. Так, я сразу перехожу, да, к ответам. Александр Львович, господи. Аркадий Львович, слышите, нет? Конечно, конечно. Ага. Так, ну что, вопросы, вопросы, вопросы. Так, 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 добрый день, уважаемый. Это не вопрос. Так, а это извините, это все не вопросы. Так, ингибиторы, вот Алим Бабоев спрашивает, ингибиторы АПФ или РАС вы рекомендуете при расширении грудной аорты на фоне гипертонической болезни? Ну, Алим, при дилатации, расширении грудной аорты самым правильным препаратом являются бета-блокаторы. Мы начинаем с бета-блокаторов. При неэффективности бета-блокаторов, конечно же, вы добавляете или ингибиторы, или сартаны на ваше усмотрение, но препаратом выбора являются бета-адреноблокаторы. Добрый день. Какой препарат? Да. А, есть дополнение, да? Сейчас, да, есть маленькое дополнение. Доктора, мне бы очень хотелось, чтобы мы начали активную популяризацию по всей стране правильного назначения первых препаратов, которые называются ингибиторы и блокаторы ренино-ангиотензиновой системы. Не только их назначать, но еще и выбирать, и правильно делать. Потому что, несмотря на то, что мы живем в Москве, каждый гипертоник, который к нам поступает, он принимает энолаприл, таблетку утром. Все, точка. Точка. Откуда берутся эти сведения? Кто это так сказал? Да. Реже вечером дополнительно амлодипин. Вот стандартная схема. Кем она сделана? Она не вошла никуда, этого нигде нет. Поэтому все вопросы касательно более, ну не то что редких, а я бы сказал казуистических случаев, вот это давайте мы не будем обсуждать. Ну что значит расширение аорты? Ну что это? Это что, прямо каждый гипертоник, который к вам приходит, он имеет расширенную аорту? Ведь не так же это все. Это совсем не так. Если вы говорите о каких-то в плане там, профилактики расслоения аорты, ну это вообще редкая история. И совсем не ну, вот для обсуждения вот, в терапевтической среде. Поэтому давайте будем знать ингибитор АПФ, будем знать блокаторы ангиотензиновых рецепторов, будем знать лучших представителей, комбинации. И вот на это усилия потратим. Мне вот просто очень хочется, потому что тут вот, понимаете, ну, это так надо, короче говоря. Да, Алла Бланна, пожалуйста. Да, ну, это тогда, знаете, Аркадий Львович, это примерно то, о чем вы только что говорили. Вот такой вопрос от Светланы. Какой препарат лучше использовать при артериальной гипертонии и язвенном колите в сочетании с язвой желудка? Вот хочется, Алла Бланна, вот хочется, чтобы доктор прислал бы историю болезни, выписку, где был бы подтвержден неспецифический язвенный колит. Раз. Язва желудка, настоящая язвенная болезнь. Два. И плюс еще гипертония. Вот где эти люди? Они что, в очереди стоят в поликлинику на прием в таком невероятном сочетании? Но ежели есть такой один пациент в практике, вы напишите, пожалуйста, нам отдельно, не в вебинаре, а мы подключим всех. И специалистов по неспецифическому язвенному колиту. И, может быть, что-то посоветуем по поводу язвенной болезни желудка и гипертонии. И ответим на конкретный вопрос по конкретному больному.
а не вот в плане вот такого блестящего вебинара, какой организовала Алла Бланна. Но можно, Акаль Львович, я добавлю? Ну, действительно, вот очень сложно всегда на такие вопросы отвечать, потому что для принятия решения много нужно чего еще, да, но вот в этом конкретном случае, ну, что я могу сказать? Ну, нету особого алгоритма вот у этой категории. Язвенноколит в сочетании с язвой желудка. Есть, допустим, алгоритм, то, о чем я говорила час, по ХБП. Вот если у этого пациента с язвенным колитом, с язвой желудка, есть поражение почек, если есть микроальбуминурия, вы начинаете опять-таки с ингибитора ВАПФ. Вот по такому алгоритму, даже примерно. А я бы начал бы вообще по-простому. Сколько лет и какой пол у этого пациента. Ну и насколько вообще это сочетание бывает. Всякое бывает, конечно, в жизни, но язвенный колит, наверное, не специфически, об этом идет речь. Да еще язва желудка. А чего он уходит? Или она с язвой желудка? Вряд ли это она, наверное, он. А с другой стороны, язвенный колит, вряд ли он, наверное, она. Ну, тут больше вопросов. Давайте следующее. Ну, а потом язву желудка, на самом деле, это в анамнезе, наверное, да, язвенную болезнь-то мы лечим. Опять, что такое язва желудка? Ну, да, это всегда сложность. Врачи тоже в этом коротком вопросе не могут уместить все. Это ни в коем случае мы не упрекаем Светлану, ни в коем случае. Но, ну да, вот эти вырванные из контекста вопросы, очень сложно на них дать правильный ответ. Это вот об этом речь идет. Вот тоже вопрос, Аркадий Львович. Сочетание монаприла и амлодипина уменьшает вероятность отечного синдрома, вызванного амлодипином. Ну да, коллеги, это не важно, монаприл там, какой прил. Просто уменьшение отечного синдрома, вызванного амлодипином, при этой комбинации связано с тем, что амлодипин и ингибитор АПФ и сартаны на пре- и посткапилляры влияют по-разному, поэтому действительно это присуще всем ингибиторам АПФ при комбинации отечный синдром, вызванный амлодипином, меньше. Вот если все-таки доктор настаивает на комбинации ингибитора АПФ и антагониста кальция и понимает, что на амлодипин уже были отеки, то и настойчивая все-таки рекомендация использовать эти два препарата, то, конечно, лучше это использовать в одной таблетке. Амлодипин с ингибитором АПФ. Разные есть комбинации, да, и в одной таблетке вероятность отеков ног уменьшается в разы. Какой ингибитор протонной помпы вы предпочитаете? Прямо по теме артериальной гипертонии. Ну, понимаете как, у них это бывает так, что, ну, как бы сказать, сразу хотят на все вопросы, которые их интересуют, да, получить ответ. Ну, какой я предпочитаю? Ну, раньше я, пока сама не послушала лекцию, предпочитала пантопрозол. Но сейчас есть новые ингибиторы протонной помпы, более усовершенствованные. И эзомепразол я стала последнее время назначать на самом деле. Поэтому этот, в общем-то, тоже в рекомендациях нет какой. Поэтому выбирайте. Есть более совершенный, более современный, более длительного действия, который лучше контролирует pH желудка. Эзомепразол. Ну, не делаю я рекламу, но да, так и есть. Аркадий Львович, а вы какой? Был вопрос по поводу ХБП-5, и вот верните этот вопрос. Это вот ну-ка. Такой вопрос по существу сегодняшнего разбора. Ну, найдите, пожалуйста, его. Все-все-все, вначале это, просто я его пропустила, пошла вниз. Что рекомендуете при ХБП-4? Акарь Львович, я зачитываю. При ХБП-4 скорости клубочковой фильтрации 15. Ну вот смотрите, вот я говорила, при скорости клубочковой фильтрации из гипотензивных, при скорости клубочковой фильтрации 15, уже здесь может стать вопрос с учетом динамики скорости клубочковой фильтрации самой, и это если это отрицательная динамика и гиперкалемии,
отмена блокаторов раз может рассматриваться, это очень индивидуально будет решаться. Ну, а во всех остальных случаях, пожалуйста, назначайте антагонисты кальция, назначайте бета-блокаторы, любые антигипертензивные препараты. Здесь приоритет за блокаторами раз, если вы решили, что их надо отменять или их вы не можете продолжить из-за нарастания гиперкалемии и снижения скорости клубочковой фильтрации, в остальном относительно нефропротекции никаких преимуществ другие антигипертензивные препараты друг перед другом не имеют. Здесь, наверное, даже петлевые диуретики вы будете назначать как антигипертензивный препарат. Тоже индивидуально. Аркадий Львович, как вы считаете? Вы знаете, вот сегодня я издалека начну. Вот сегодня в 3 часа дня будет вот моя лекция. Она будет достаточно длинная, думаю, так, где-то 1:40. Это, значит, мы начинаем образовательный курс по внутренним болезням для врачей ковидного госпиталя. Госпиталь, который открылся в нашем университете, он на 1000 коек. Понятно, что силами терапевтов это объять невозможно, поэтому в этом госпитале сконцентрированы и волонтеры, и разные специалисты, ну и много-много-много других разных людей, которые, конечно, к терапии не имели отношения. И вот вы знаете, одним из ключевых моментов, вот такой первой лекции, это будет первая лекция, посвященная вообще, как поставить диагноз, да, как его сформулировать, какие подходы. Вы знаете, ключевым моментом является основное – пол и возраст. Вот без этого невозможно вообще ничего в медицине обсуждать. Это грудничок или это все-таки 93 года бабушка? Это имеет огромнейшее значение. Поэтому я вот всегда докторов очень прошу, вы хотите получить ответ профессиональный, но дайте, что вот в каких случаях больному мужчине в 65 лет при такой-то скорости клубочковой фильтрации то-то, то-то. Это очень важно, потому что гемодиализ, мы куда сейчас, когда скорость клубочковой фильтрации 15, может быть, начать с радикального, да? Но опять же, никто не знает, что это за пациент, и какого возраста, и какая болезнь, что это за гипертония такая. Вообще, вот я ссылаюсь на Александру Олеговну Конраде, которая вот буквально несколько дней сказала, что вообще как-то мы уже отвыкли от того, что гипертония приводит к такой финальному повреждению почек. Вот с ХБП-5. Да? Такого как-то она не знает. Значит, есть какие-то предходящие моменты, наверное, еще. Да, и вот сейчас у нас через полчаса начнется клинико-академическая конференция, ну, разбор, который я вот буду сейчас вести, посвящен хронической болезни почек. Может быть, у вас, если будет время, доктор, который задал этот вопрос, послушайте, может быть, я отвечу на этот вопрос, потому что хроническая болезнь почек, ну, она же имеет свою причину, хотя это гетерогенная болячка, но она имеет много причин. Вот наш больной во многом будет отвечать на этот вопрос, потому что смешно заниматься артериальным давлением, его снижением, только когда мы имеем 15 скорость клубочковой фильтрации. Наверное, здесь что-то надо предпринять. Ну да, ну, можно я добавлю. Большое, вопросов больше нет. И но можно я реплику одну? Если пациент на диализе, уже не важно, какой группой, даже ингибиторами можете продолжить терапию. Спасибо вам большое. Надеюсь на наши новые встречи. Коллеги, через 25 минут будет очередная клинико-анатомическая конференция с разбором. Мне представляется интересного пациента из ковидной уже практики. Вот, и посвящено это будет разным аспектам, в том числе и хронической болезни почек. А в 3 часа лекция. Спасибо.